Горожане требуют его головы. Вряд ли они ее скоро получат. Он разрушил храм. А храм очень важен для процветания горожан и всего города Мэтсли. Ну и когда ты приступишь к ремонту? Я? Да, ты. Отремонтировать здание? То, которое ты сломал, да. Я всего лишь ребенок. Преступник ты, вот ты кто. Шепетота, как скоро все покатится к Шалотлю из-за потери твоего храма? Известен случай, когда пещера стояла без крови 3 месяца. 3 ракушки дней. И мы уже потеряли черту с половиной. Что именно надо чинить? Механизмы, направляющие воду в пещеру жертвоприношений, разрушены. Каналы расплавились. Верховье храма придется разобрать и отстроить заново. Целиком. Что ж, у тебя впереди полно работы. Но я не могу это все сделать. Но ты же это все сломал. Если у кого-то есть могущество что-то так легко ломать, то у него же должны быть и силёнки все исправить. Но так как ты у нас все еще калека, позаботимся о делах попроще. Например, обо всех несчастных, загнанных тобой в кристаллы. Но город ждет его ответа за содеянное! Городу придется пока затянуть пояса. Учитывая, что Хьюи может заставить Миклунские рощи отправить нас куда угодно, мы пока... Опять самоволочка! Вот не умеешь ты проигрывать! Короче, я знаю, что ты даже не пытаешься быть полезным и все такое, но хотя бы перестань кошмарить местных по ночам! Не кошмарю я никого! Я инвалид вообще! Ого, какой прогресс! Половина фразы даже правда! Ты еще кто такой? А ну пошел вон! Спасите! Помогите! О нет, чудовище убивает преступника! Эх, помочь бы, да вот пусть преграждает черная бяка, будто кто-то думает, что я такая идиотка, что коснусь этой дряни. Ты прям сама убедительность. Ты заговорила, он ушел. Я чудотворец. Эй, мы готовы ехать. Мы собираемся в небольшое турне по твоим шалостям. Не потратим и дня благодаря Миктлуну. Это даст тебе время подумать о том, как починить все то, что ты понаразрушал. Есть времена в путь отправляться. Час молодой, тем паче мы зовут леса в далеких царствах. Путь молодой, свободный мир. Теперь я понимаю. Ты хотела показать мне, что пока я ребенок, я не смогу ничего исправить, ведь это слишком сложно. Нужно вырасти для великих дел, а я, может, и вовсе до них не дорасту. Нет. Хорошо, если хоть это до него дойдет. Вам все еще нужно чинить храм, юноша. Да не могу я! Ты сумел понять, что задача будет нелегкой, это уже прогресс. Но сама задача никуда от этого не делась. Самое время принимать гостей. Ты еще кто? Я праматерь-паучиха, но народ зовет меня просто матушка. Я перворожденный дух и надолго тебя не задержу. Возьми. Это сделает все гораздо проще. Наконец-то. А что именно проще-то? Сия не ведаю. Тлалок сделал их до того, как разбил зеркало. Он считал, что они могут хранить волшебство, но работают они не так, как ему уготовано. Но что они работают, будь уверен. Тецкотлепока ведь треснутая и сломана, а все ж пригодилось. А когда все работает, то и жить проще. Теперь беги скорее, тебе еще 2 моих близких освободить надо. Давай, кыш. Так вот, всего 1 место осталось, да? Давайте быстрее, а то скучно уже. Озвучена командой Шаттла 311Х и другими хорошими людьми в 2020 году. Перевод эпизода не был бы возможен без поддержки наших донатеров Маши Гороховой, Андрея Гурина, Ростислава Дергобузова, Лизаэла Вархаммер, Добризлона и тех, кто остался анонимными. Подписывайтесь на наш канал, а также автора мультсериала Бетси Ли. Помните, что даже маленький донат поможет быстрее открыть сверток мамы-паучихи.